Друзья, всем привет! Меня зовут Валан, вы находитесь на канале Sticker Days, и добро пожаловать на очередную серию по Майнкрафту. В общем, я так понял, что достаточно долго все у нас происходит, но строительство всякое и так далее. И я решил построить сначала ферму, а потом уже заснять. Такая ферма у нас получилась, но она такая обычная, ничего не особенного. Тут растет пшеница, картофель и моркошка. Но это только для того, чтобы нам не сдохнуть с голоду. В общем, наша задача. Кстати, сделал уже себе алмазные предметы. И так далее. Наша задача на сегодня. Кстати, я тут попробовал сделать генератор обсидиана. И опять же, ни хрена у меня не вышло, у меня всего лишь 6 обсидиана. В общем, наша задача сегодня сделать портал. Нам нужно для него хотя бы 8 блоков обсидиана. Так, сейчас приходит ночь. Но не беда. Я немножко счетырю. Я возьму воду. Я сделаю себе гейм-мод. Вот. Я просто слетаю. Слетаю я просто туда, где я видел лаву. А лаву я видел вот здесь. Да. Я просто сейчас залью нафиг все водой. И будет у меня обсидиан. Ну, согласитесь, как бы... Можно было бы это все сделать и как бы без читов, причем очень даже легко. Все. У нас есть обсидиан. У нас, кстати, достаточно много обсидиана получилось. Такс, но нам мешает зомби. Ну что, выключаем гейммод. И погнали копать обсидиан. А почему бы нет? Ха. У нас будет свой портал в ад. Первое, конечно же, потеряю. Скорее всего. Да. Первое я потерял. Ну, кстати говоря. Это вообще законно? Ни хера себе. Окей. Допустим. Мне кажется, так должно получиться. Нет, надо всего 2. Первый. Второй. Тут в теории должна быть лава под ним. Но это не точно. Третий. Да ёпперсты, как так? Понятно.
Все, 10 обсидианов есть. Ну что, господа? Погнали строить. Какого хера здесь свет? Хера себе, золотой зомби. Я такой первый раз еще вижу в этой игре. Это наша деревня. Там у нас уже выросли березки. Что же там интересно ночью делают наши жители? А у нас ночь есть? Окей, тут один, хорошо. Тут ноль. Топочки, тут у них даже с ребятенком. Вот это да, вот это поворот. Тут троем что-то кучкуются. И тут профессора, да? Понятно. Понятно. Все ясно. Ясно, понятно, окей. Я дебил, надо было лаву набрать. И сделать свой генератор обсидиана. Так, ну что, друзья. Я вот смотрю то, что тут у нас уже нету заборчика, но, бля. Пускай будет пока так. Короче, наша задача. Наша задача выключить нафиг гейм-мод. И нам надо кое-что сделать. Во-первых, нам надо сделать доски. Я дебил. Так, с доски. Из досок нам надо сделать сундук. Нам надо больше сундуков. Но 8 сундуков-то нам точно должно хватить. Для всех наших монаток. Как, кстати, получилось сделать вот такой вот журнальный столик. Такс. Куда мы можем разместить сундуки? Так, чтобы это было удобно. Так, чтобы это было удобно, мы, наверное, их поставим вот сюда и сюда. Не пускай это не очень удобно ходить. Ну, зато достаточно удобно. Так, короче, нам нужна будет еще лопатка. Так, факел, окей. Так, нам это не надо, это надо. Это не надо, кремень нужен. Так, еда нужна. По-моему, там, короче, зомби совсем офигевают. Мне кажется, кому-то надо дать звезды. Чё, где вы? Но у нас вроде нету никого тут. В общем, задача. Задача сравнять везде всю землю под вот этот забор. То бишь у нас получается низ нашей деревни будет вот отсюда. То бишь нам вот это все надо будет вскопать лопатой. Я хрен его знает, как я это буду делать. Наверное, уже буду делать не на камеру, а так просто. То бишь получается... Так, похавай, похавай. Вот. Получается, вот это будет пол. Да, глубоко же придется копать. Глубоко. Ну да ладно. Где наша пропадала? Так, это нам тоже не надо. У нас там свои плантации уже имеются. Такс. На земле, конечно, придется очень много вывозить. Дом, получается, трехэтажный будет. Жалко, нельзя будет его спустить. Жалко то, что это такой дизайнерский, блядь, просчет.
Ну да ладно. Такс, а где же у нас будет стоять портал в ад? Портал в ад у нас будет стоять, получается, вот. То есть два блока вниз от этого, да? Этот и нижний. Ага. То бишь, получается, портал в ад стоит. Фига себе, ты какой крутой, ты ключара. Но ты попал. Я сбился со счета первый и второй, то есть получается вот здесь. Да. А что? Прямо здесь я поставлю? Почему бы нет? Да? Да. Почему бы и нет на самом-то деле, ребят? Пускай это будет не очень удобно. Хотя, наверное, можно у себя в доме поставить. То бишь я сейчас просто себе сделаю. Да, вот так, ух ты, ух ты. А это вообще законно? Да, надо, короче, пойти взять лопату и сделать себе просто погреб. Не погреб, а, так сказать, первый этаж. Это будет наш первый этаж. Такс. Лопата. Где я в глаза ебусь, понятно. Бля, ну слушай, ты чувак, ты охерел. Так, надо что-то сделать, чтобы пауки сюда не приходили. Надо сделать так, чтобы голем заспаунился. Итак. Итак, вот это наш второй этаж, точнее первый этаж. Ну, там же, конечно, подвал. А, понятно, ясно, понятно. В общем, другими словами, окей. Такс. Как там в песенке Noize MC? В рот я ебал ваш первый канал. Такс, ну давайте, копаем. А, так, спрут тоже надо будет спустить. Понятно, ну да ладно. То есть вот так, да. Ничего, нормально, все, все окей, все как надо. Да, зашибись. Что-то я все строюсь, строюсь, строюсь. Когда проходишь Майнкрафт на минималках в первый раз, так, понятно. Понятно. Ага. Окей. Понятно. Короче, было принято решение, то что у нас подвал будет как подвал, значит, а вход в шахту будет, ну, тупо вот отсюда. Соответственно, во. У нас в подвале будут проводиться всякие разные опыты. Да. Вот именно вот так. А для опытов нам надо обсидиан. То есть у нас получается, скорее всего, в подвале. Хотя это будет типа первый этаж. Ага. Но пока что это подвал. Так. То есть у нас еще один этаж вниз, потом вот тот этаж нахер убираем. И все переносим вниз. То есть будем, так сказать, перестраиваться. Кстати, я тут заметил то, что лопатой можно скопать вот такую дорожку. Потом эта дорожка ничем не скапливается. Это для меня такое открытие. Короче, портал. Портал у нас будет стоять да прям вот здесь. Да. Так, 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 так. Так, так. И, наверное, вот так. Да? Ну да ладно. Пойдет. И так пойдет. Будет немножко обсидиановый пол.
это будет такой дизайнерский прочёт. Но с учетом того, что там будет дверь убрана, туда поставится сундук. И в принципе вполне себе. А чё, нормально такое решение, а чё нет? Все заебись, все классно, все огонь. Короче, нам теперь надо огниво. Для этого нам надо кремень и железо. И тупо сделать зажигалку. Да. Огниво готово. Испарить нахер дом. Ух ты, блядь. Ёпрасте. Я горю, мы горим, мы все горим, мы все умрем. Опа. Опа. То есть я, в принципе, могу себе спалить какой-нибудь дом. А вот в этом доме, насколько я знаю, жители, по-моему, не живут. Да, это да. Понятно. Ладно. И это тоже мне не надо. Я взял и сам загрифтил свой дом. Ладно. Чё, погнали? В ад. А чё нам в аду понадобится? У нас еда-то хотя бы есть. Бум. Я надеюсь, нам там не дадут звезды. Ну погнали. Ну ни хера ж тебе теперь себе. Ребята, короче. Ну что, мы с вами достигли цели, мы попали в ад. Слушайте, я думаю, это хороший результат. Да, мы немножко счетерили, мы взяли с собой немножко лавы, как бы это что это? Крафтовая руда. Но в целом ты, в общем, я без читов играл. Реально без читов, то есть ту же самую лаву я взял, то есть я нашел озеро. Но подумал, что слетал туда на гейммоде, но чтобы было быстрее. Не знаю, что это я, конечно, такое копаю. Кварц, понятно. Но, тем не менее, как бы большинство вещей я сделал тут без гейммода. Ничего себе. Ничего себе. Сразу крепость. Ух ты, нам, походу, тут сейчас таких звездов дадут. В общем, мы в аду. У нас есть свой собственный портал в ад. Это круто. Я хочу, чтобы вы написали в комментариях, что хотите видеть в Майнкрафте. Может быть, хотите видеть какие-то путешествия. Ты кто такой вообще? А? Ты кто такой? Понятно. Я не знаю, кто это такой. В общем, если вы хотите какие-то путешествия видеть, может быть, то говорите, обязательно все будет. Может быть, домик в аду построить. Майнкрафт — это очень такая интересная игрушка. Тут можно реально по миру путешествовать, взять с собой только на минималках все и просто идти и путешествовать. Я хочу это чудо убить. Ты что такое вообще? Понятно, ну было нафиг. В общем, надеюсь, вам серия понравилась. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Роман. Канал Sticker Days. Ставьте лайки и колокольчик. Всем спасибо и пока.